очень неприятная ситуация. Я не знаю, что мне делать. У меня оторвались ручки. Нанесла пакет. Чтобы его положить в машину. Пакет разорвался. Еще и внизу. Я потеряла ключи от машины. Что делать? Кого вызывать? Мои хорошие, будьте очень внимательны, не теряйте ключи от автомобиля. В моем случае это очень дорого. 80 тысяч ключ, потом нужно перепрограммировать какую-то программу. Эвакуатор стоит 24 тысячи, ну и еще прочие расходы. В общем, можно спокойно попасть на 150-200 тысяч. Ребят! Сегодня у Леры Кудрявцевой на ее странице будет прямой эфир. Гостем эфира будет Светлана Разворотнева. Она является экспертом в сфере ЖКХ. Будьте услышанными. Давайте разнесем на самом деле. Узнаем, в чем дело, что творится с ЖКХ. У меня у самой куча вопросов, и я тоже выйду в эфир и хочу их задать. Что творится вообще в районе Сокольники?